Привет, друзья! У нас сегодня пришла посылочка из Китая. При помощи новой почты была произведена доставочка. Итак, честно говоря, я так и не нашел, что здесь за трек номер. И не смог отследить, что это именно за посылка. Хотя об этом догадываюсь. Давайте вместе это рассмотрим. Распечатаем аккуратненько это все дело. Что у нас тут, друзья? Смотрим, есть, смотрим. Вот у нас тут есть. Бандерок, еще одна бандерока. Тут не будет еще. Посмотрим, что вроде целенькая. Отличная, мы открыем. Вот, мы посылочку еще одну. Другую. Как у нас что получилось? Что у нас здесь? Опа! Опа, оп, 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 оп. Оп, достаем, достаем, достаем. Опа-на. Так, очередная кондитерская штуковина из Китая пришла к нам. Так, давайте побыстрее это распакуем, чтобы не шелестело. Так, что это у нас такое? Раз, два, все падает и высыпается. Три. Значит, такие вот цветочки. У нас принцип идет такой. Значит, как работает эта штуковина? Ага, значит, это походу дело сюда мы заливаем и там замажем какое-то то ли тесто, то ли что оно тут должно быть. А после мы его просто выдавливаем. Либо же, я так предполагаю, есть у вас форма, то есть накатанное там какое-то тесто. Вы нажали, то есть сюда зашло в формочку это тесто, вы выдавили. Вот такие вот три штучки. Качество вроде хорошее. По цене что-то в районе $2. В принципе, что соотношение цена-качество. Пластик не вонючий, кстати, что очень важно для кондитеров. Ну, в принципе, для тех, кто связаны с продуктами питания. Вот такие вот три штучки в районе, я же говорю, до $2. Точная цена вы увидите сейчас на экране. Ссылочки на данный товар будут указаны в описании. Подписывайтесь на канал. С вами был Китай в топе. Ставьте лайки, комментарии. С вами был также Александр.